Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» стартовали в Приморском крае. Они объединили более 50 тысяч военнослужащих из 14 государств. Их основная цель – совершенствование навыков командиров и штабов по управлению межвидовыми и коалиционными группировками войск при отражении агрессии на восточном направлении и в дальневосточной морской зоне. Население нашего округа очень поддерживает армию. Мы неразрывно связаны с армией. Наши юноармейцы сегодня присутствуют тоже на открытии этого знаменательного для нас события. И все, и я в том числе, поддерживаем нашу армию в эти вот времена. После официального открытия для российских и иностранных военнослужащих состоялась концертная программа, в которой выступили академический ансамбль песни и пляски российской армии и лучшие творческие коллективы Приморья. Всего в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» задействовано более 5000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Ребята должны видеть, чем занимаются вооруженные силы, насколько важны эти мероприятия. Они должны вот именно присутствие на таких мероприятиях, оно воспитывает в нашем подрастающем поколении чувство патриотизма. Потому что когда молодые ребята, дети, еще вот юноармейцы видят колонны идущих уже защитников Отечества в едином строю, конечно, они испытывают определенную гордость. У них возникает определенный интерес к военной профессии. Как отметила заместитель председателя правительства Приморского края, министр культуры и архивного дела Елена Бронникова, краевые учреждения культуры начали работу на военном форуме с 28 августа. Мы работаем уже, учреждения культуры, не первый день. С 28 числа были коллективы творческие Приморского края, выступали для гостей. Кроме того, мы привезли и продолжаем реализовать наш проект «Приморье за наших». И мы привезли открытки, которые предлагаем подписать всем участникам этих учений для наших ребят-военнослужащих, которые находятся сейчас в группировке для выполнения специальной военной операции. От вооруженных сил Российской Федерации в учениях принимают участие органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Командно-штабные учения «Восток-2022» проходят под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на 7 полигонах, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Олег Завьялов, Екатерина Князева, новости на Восьмом.